Дети играют в песочнице, и тут мама одного из них с балкона кричит: «Лёшенька, иди кушать, сынок, иди кушать!» А до этого один из малышей притащил пирожков, всех накормил, и ей в ответ: «Тётя Маша, он не пойдет, он сыт!» Мать: «Ладно, за утреннее ругать больше не буду, я уже накрыла, пусть не сыт!»